По уже десятилетней традиции в школе номер 33 посвящение в зеленые береты открывает клятва. В этот день ее приносит сразу целый класс – 23 новых бойца. Причем их сразу же зачисляют и в ряды всероссийского детского движения «Юнармии». Сегодня тех, кто год за годом совмещает школьную программу и военную подготовку, в этой школе уже больше сотни. Старшим ребятам в этот день присвоили новые кадетские звания, а также выдали дипломы и медали областных конкурсов. Уважаемые ребята, пришел тот день, когда вы первый раз в жизни пообещали и дали клятву. Соблюдайте эту клятву. Пусть она вам в жизни пригодится, чтобы все дела, которые вы начинали, вы их заканчивали. Патриотическое воспитание – это не только новенькая форма, знание строевой и умение обращаться с автоматом. В школе учат по-настоящему любить свою родину. За это ветераны-пограничники благодарили педагогов отдельно. Мы стремимся не сделать какой-то военизированной нашу молодежь. Мы хотим, чтобы молодежь росла патриотами нашего Отечества. Чтобы это были граждане российского государства, которое очень сильно нуждается в них. Почему? Потому что через 20-30 лет они встанут к рулю и управлять будут государством, управлять предприятиями, народным хозяйством, сельским хозяйством. И, конечно, неважно, кем они будут по специальности, самое главное, чтобы они были патриотами своего отечества. Эти ребята свой путь в кадетстве только начинают. А вот многие из выпускников уже курсанты Галицинского пограничного института, куда путь для настоящих патриотов всегда открыт.